Сейчас потестим. Я, получается, меняю 2% статичного крита на прок на хосту. По идее, нормально. Ладно, чё, мы будем убивать? Там уже Корнес по факту на месте. А зачем тут ДБМ пул? Пуляй, пуляй. Потому что скалов не могу пулять. Дайте мне силы. Встали? Шаманизм. Где его в воде? Дёркни, ты где далеко не достаёт ещё. У меня блин же есть. Залагал сейчас. Дерево в реке. Точно доигрывать. Вы умрете. Зачем? Ну, типа, что напрягать хилов. Чего не АФК вообще в пятером? Чилить ничего. А что, у нас здесь 5 хилов, а не 4? Когда нужно 2, да. Ну, типа, тут на Адалона мы в 5 ходили, а в основном районе 4 было. А сейчас в чем проблема? А ну давайте ну, расчехлять. Донт не нравится Венке. Донт, ну быстро понравился себе Венке. Он просто понимает. Он просто понимает, что ему там нужно напрягаться, типа этот, ДПСить и следить за рейдом. А тут он хилит. На пулы если... стали? Сдал. Все он, на пулы. Знаю, можно в ШПС. Ну ты, вот. Ты на грузовом. Заберите с рейда. Откатился там? Я его откатил. Короче, Дон боится спекаться в Энха, потому что он понимает, что у него исчезает маска. Я хил, я не могу ничего смотреть. Эрелити. Я за Энха дамажить не буду, если я буду эрелить. Но миликом сложно эрелить. Это не эрелить, это за Энха сложно эрелить. Там почему мне ничего не пишет? Да, у меня игра сломалась. Не все играют. А, поднимите Сузу. Кто? Идеальный. А, ну, давай не Карас. Идеального КД. А дерево появилось. Когда-то Фрея была сложно. Ебать, когда ну, Торим был пиздец, блядь. Вообще-то мы убили Фрею, типа, раньше всего из КМок. Не, я не говорю, что она была... Ходера раньше всего убили. Не, ну Ходера не считается КМку. Согласен, да. Ну. Это сейчас, короче, дерево появляется и сразу умирает. Мне вспоминается, как в этом было на X1, когда в CLK на этом, на Сорфанге твичится Вадов. А там, короче, у всех настолько до хера ДПС было, что, типа, если тебе что-то лагает, вот ты не успеваешь даже это отдать.
поменять таргет, короче, он умирает, и типа ГП лутаешь из-за того, что ты не нанес там энное количество урона. А ты просто типа не успеваешь даже курсор поменять, типа, если у тебя чуть-чуть залагало, ну и все. Ну, такие были проблемы в рейдах. Нет, нет, ты типа, ну, ну рейд проходил все спокойно, просто там было правило, условно, что не даешь ДПС, типа, все, ты типа планку, ты типа лутаешь ГП. После карагер целка вообще хуйня, ну обычка, я имею в виду. Ну да, да, там 4 ГП, я имею в виду. Ну да, да, там же такая херня была, что там просто мобы сносились вот так, типа там, они живут там секунды 4. Все, далеко лежит. Да добьем, слушай. Я успел в него одну тычку кинуть, не успел. Ну почему лежит? Не знаю. Мне тоже так вопрос возник. Кто лежит? На пульте нормально сейчас, фикси. Так я один. Он ли черепок? Потом в плёточника заезжайте. Че, может так её начнём уже бить, не? А, все, господи. Давайте начнем. Я что-то думал, у него стак еще один под один пак. Дерево обязательно убейте. Отойдите только оттуда. 300 не добили. Добили. Не-не, чтобы эти не кинулись. Ну какой, блин, хороший плачек на Лока. Никто не делал. Да, всё равно. Вы просто он... не понимаете, что вы делаете. Он Ангрис нашел? Он же цешку себе. Не. На Лока забрал вообще с удовольствием. Забрал, да. Если бы ловкость была, я бы взял на Лока. О, ну как всегда, Рос победитель. Просто лучше никто уже не кинет, пацаны. Можете не пробовать. А куда нужно лететь вообще? Обвалившуюся. Донта, плащик на офспек паролить можно? Его кто-нибудь брал? А, он за ГП, блядь, нет. Ну, то пиздец. Бля, сейчас этот. Сейчас, короче, открываю, а тут миллион всего. Смотрите, просто проверяйте. Миллион обычно там колб. Слушай, ну уже, честно говоря, жас напрягает немного. Есть что-то уже по-другому? Короче, ну давай короля шута, хотя бы уже, ну ё-моё. Ну типа какой-то сонный рейд получается, нет динамики. Ну, да, включите мне короля шут. Варём. Так, смотрите, выпал. Угу. Зачарованная колба, 18. Зелье быстроты, 6 штук. Извечная жизнь, 2 штуки. Сбрасывать вообще зельный шнур? Да, дос, хуйта выпало. Совсем хуйта, да. Так, смесь на 100 бесконечно 5 штук. Это сколько? Нет. Вообще довольно хуйня выпала. Мне 2 стака припотов падало с одной хуйни. А мне как-то Т4 с этого ларца падло. Надо себе... Пацаны, кому шаем падло? Нужно себе фармера сделать под Ульдуар, короче. Т10 падло, ёпта.
нужно сделать себе персонажа, у которого будет горка, инженерка, алхимия. И что еще здесь полезно? Наложение может? Чар. Не, наложение чар мусор, типа, он постоянно... Ну, на черталку. Нет, да, реально. Травничество, травы нет. На фрейш должна быть трава, нет? Да нет, траву там уже убрали. Невер, я себе друля сделал. Травничество, горка, кожевка и алхимия. О, все, круто. Вернее, не кожевка, а снятие шкур. Да. Все Невер, хорошо, на это время очень дохуя. Самое главное, нахуя? Фласки фармить, фласки, все остальное. Да, ну. Чтобы не париться. Ну. А мне денег с островов хватает. Которые... Ну не у тебя же рост покупать. Это правда. Мне слишком дорого. Рост сам фармить, вот спрашивает, да хуя, бля. Да не, ну блядь, ну фармить. Какой-то другой голос был. Это этот, это... Короче, это... Яйца отрезали, да? Нет, это дочка Киша. Очень похоже. Я знаю. Да нормально, по татуху тоже залетают. Так, зоркий, звездочка, Суза, печенька, я ромбик. Бьем череп. Все, поехали, контроль. У кого сама мода черепашка в этом рейде? Угадаю, с одного раза. Благодаря кому? Благодаря кому? Угадаю, благодаря с первого мне. Раза. Че, благодаря тебе квесты делал я? Но всю эту движуху придумал и организовал я. Пришел, полутал черепашку я. Ты самый бесполезный в этой компании. Ну да. Зато получил. Вы же сделали всю работу, а я лутанулся, бля. Я же говорю, самый бесполезный. Важна не цель. Вот так и живем в России, типа. Не-не-не, важна не цель, а путь. Так что ты по итогу ничего не получил. Придя на все готовое, ты не получил опыта. Мне свинья больше нравится, чем черепаха. Да, черепаха топовая, как... Как на нее все папали стояли. Перелистните, пожалуйста. Ясно. Это бурсты прожал, да? Подождите, дайте я резну, все получится. Брат, да шаманизма это... тогда в МК кинет. О, режим боя, кстати. А, сейчас... И хрипат его убьет. А вы, может, любой собирать? Треморы поставьте. Слушай, все сработало. У нас только одна пати не защищена. Рахиль шаманизма сейчас опять умрет. Че, зря его ножом резал? Я, говорится, взял нож, режь. Вообще, это, конечно, такая хуйня, типа, резать ножом, блять. Ну, ладно, хотя бы дефибриллятор, блять, но ножиком, как ты будешь человека резать ножиком? Так это может, и... может дефибриллятор есть, что... Да я смотрел на картинку, нет там встроенного дефибриллятора. Есть, с обратной стороны там нарисован, ёпта. Нет, просто нет. Очки надень. Я лучше их одену. Другой может юзать? Или так он так сказал. Нет, он сказал надень. Ну, здесь сказал надень. Блять, МК не туда. Нет, я сказал одену. Нет, ты сказал надену. Все туда, зоркий. Зоркий, а ну определенно. Ну на себя, на кого, кого-то о. Ну вот я кого-то одену. Давайте быстрее оденем рыбу или там что-то и пойдем бить. А то я Бля, труп, конечно, лег, пиздец. Мне, конечно, Дон сми накидку осуждаю, вообще не смотрится. Снимай, снимай, полиция моды осуждает. Папните, пожалуйста. Сказал, блин. Может, он кривыми мечами. Непослушный, непослушный. Да
сейчас все будет. Дайте мне 3 дня, нафармлю остров на чарку и все. Корефса? Корефса? Карниза, блядь. Карниза. Корнейза. Анкном босса. Неплохо, неплохо. Зорки шаль. Сейчас, блядь, холилайтами забьет до смерти. Может, фиолетовую чуть-чуть ближе, а то через труп не видно, блядь, что куда идти. Ну, кстати, вот тут согласен. Можно чуть-чуть вперед вот сюда поставить метку и сдвинуть ту до уголочка как раз. Переставить? Донт. Да, переставь, лупец и погодь. Сейчас. Что, все пропало, все пропало. Не надо. Сейчас я ромбик поставил. Да-да-да, я ромбик поставил. Дальше. Куда? Еще дальше, сейчас. Прыгаю. Куда ты? А, это не ты прыгаешь. Оп. Пойдет. Ты смотрю, там Дон приснул немножко. Признайся, ты там спишь? А я так. Ну я понятно, просто хилить не дают, короче, и все, это типа такое. Слушай, все равно план такой себе. Типа, тут хил не нужен, в следующий раз на ханте идешь. Выходим. Я просто хочу плащик с Хадира поудать. Не шучу. Просто совершенно хорошо, 10% урона по рейду. Меньше летает. Что это такое сейчас было? Так не магического же. Да не магического, да. Начал на стенд. В принципе, у нас оверкит, понятное дело, что мы в полигон пройдем. Дунт не флуди. Хорошо. Что-то клыкает. Выбежали. В ромбике строго стойте. Молодцы, научились. Суза, есть бросить агро или нет? Дрыщ, что ты распал? Типа вы можете... из ука назад. Да стойте на месте, все. Там да, полно, на всех ушли от меня. Вот, и разбежались. Это от Изука разбежались. Точнее, он побежал назад. Все. Разбежались. Сейчас метка готовится. Разбежались. Драгираж назад. Драгираж назад. Быстрей, быстрей, быстрей. Разбежались. По расслаблению можете ДПСить, то типа хватает всего с головой. Разбежались. На миллионе стопаем все. Сейчас метка будет. Дрич назад. Кто там стоит сейчас сбоку? Разбежались. Все, убирайте руки от клавиатуры, не бейте. Топлите касты. Алло! Пизда. Все или стоп нет? Вообще. Петов. Убрали петов. Пиздец. Блядь, ну типа, камон, типа... Ну, там арканшот полетел, я видел, блядь, не надо. Ну, бывает, что сказать.
Вот, блядь, арканшот в зале вылетел. У меня арканшота нету вообще. Ну, вылетела стрела, короче, магическая какая-то. Это был блуждающий дух, вернулся. А, блуждающий дух? Нет, туда полетело, туда полетело. Ну, типа, слушайте, когда вам говорят про стоп ДПС, типа, вы миллион не видите, что ли? А нужно было всем выбежать с лужи, наверное, еще. Она апает ДПС или нет? Конечно, конечно. Ну, там же дотка, чтобы... может, кинулась, типа, наш быстрее, нет? Да ребята не реагируют просто, и все. Угу. Да там, когда мы... На самом деле, чтобы вы понимали, до Сарнитова оставалось где-то одна секунда. Да, он да. уже, по-моему, начинал... Он уже собрался, но он не успел кинуть щит. Ну нет, типа, когда я начал просто кричать уже спамить, типа, ну, на 500 урон защитный замедлился. Просто нет, там бесы еще подбивали, бля. Да, там стрелы летят. Ну, ханта летели, бля. Да, три полосочки от аркана летят вот эти вот. Нет, я не дал, я на миллионе стопнул. Дядя, что ты? Ладно. Ну все, убили. Главное, что убили. Не вайпнулись. Предлагаю всем кастерам по 500 ГП. Я тогда токены вытонул. Хорошо, что я не кастер. Я же был. Хорошо, что я тоже не кастер. Не, хуёвая идея какая-то. Давайте по меткам. У нас анон квадратик, анон босс, хрипаты и пирекс. Вромбик, Валк, Вовбро, Невервайн, в печеньку, идеальный Донт, в крестик, Войд, а, и Рос. Там был припев, я не услышал, ребят. Я готов, если что. В ромбе, да? А, подожди, стоп, идеальный. Отпивается. Напомни, пожалуйста, в какой стороне? Рос, у тебя будет третья аура? В ромбе. Угу. Ромбик, ты, Вовбро и Валк. Все готовы, пошли. Ёбаный припев. А мы кого-нибудь вызвали? А, они себя активировали? Так, Эрнест, ты помнишь, что тебе там нужно покусить, да, что-то сделать? Да я только-только вспомнил, что надо сделать. И не мастер аур это. Дайте, заходит в мелизону, и только потом начинаете бить. КРДДшников касается. Криптокаду все хорошо. Я там был один был. А, ну, ну слушай, ну типа, чего рисковать? И так ДПС хватает с головой. Стоил его до жопы. Мы это уже доказали на Визексе. Да слушай, мы и до этого доказывали, просто мы нормально стопали. Это доказывает, что у нас очень большой ДПС. И можно твинков брать в рейд. Вот. Да. Каждую субботу вам Void предоставляет возможность брать своих твинков. Чтобы доказывать ДПС. Дон Тох. Каждую неделю. Я тоже больше трех вечеров. Прибав. Каска, кулак, пристабав. Бабка. Я встал быстро. Я, ну, поположился. Пояснили, все нормально. Ну, мы с кем все будет. Не, по возможности приятно, что можно во второй залететь. Каску, Рос, ну что такое? ГП просто, да, ему все. Это не в ренже. Это ты не в ренже. Не ты. Я в мелизоне, ты милишник. Ой, да вы не. Не, я не стою в мелизоне. Смысл меликом лутать лишний урон вообще не о чем понимаю. Все, успокоились. Собрались, тихо. Мы разве ссорились? Не тем более, мне пишут, что на тебя есть каска. Ну, я такой, кинул каску, такой, ну на тебе же есть каска, что ты мне гонишь? Куда, Фикси, куда мы ушли? А, не, все правильно. Чё, не пропало? Слушай, не знаешь тактику, не флуди. Шучу, флуди.
А что, у нас русские треки подъехали? Так, Фикси, а ты собьешь ему этот? Отлучаться, что же? Ну, не на стас так. Быстрее щупальца убили. Быстро свичнулись. Да просто подходи сбивай, чего ты боишься? Он тебя не ударит. Да, просто, ну, главное не автотачить много. Один раз. Так, чтобы он за тобой рейд не было. Вот ты нас всех убьешь, он же конусом бьет за тобой. Ну, там будет честно. Порталы скоро, готовьтесь. Можешь мешаться в меня, Вовбро. Чё тут у куда вы все позаходили, алё? Карась, куда под луч? Меня страхом увело. А. Меня душит. Можете здесь припоты жать. Ох, блядь. Что не откатываются. А, здесь вы. Это же не Игнис, блядь, зачем приплатить? Согласен. Мы прям хорошо зашли. Это комната легкая. Это конченая комната, ненавижу ее. Давай, 5 секунд. Выходим. 3, 2, 1. Целого мальда заебало. Я еле вышел. Кто не вышел? 68%. Я еле вышел. 68%. Войт, да, и... Ага. Пацаны, теперь по своим... Учи, 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 учи. В моей первой ульи я тоже сдох. А чего вы у ромба все стоите здесь, алё? Друзья. Небольшое. Хуй с вами, я у квадрата стою. Задохнитесь собственной ненависти. До конца стоим, добиваем. Должны успеть. Бурстуть. Да, блять, должны добить, типа, серьезно. Че, слабые что ли? Не напряжетесь? Нет, никак не добьем. Там босс упал. А где он, внутри упал? Ну его выкинет. Ладно, хрен с вами. Выходим. 5, 4, 3, 2. Я думал, вы сильнее. Потому что вы портал чужой за ним. Валк сдох тоже. О, Валка, конечно. Не БРТ, не БРТ. Это МК было, да? Угу. Что-то сильно налутался он. Да, у меня 70, у меня 76. И то я утонул много. Снимаем сейчас потом. До квадрата. Да не надо там никуда заходить. Вообще-то нам нужно, чтобы сюда зашли. Не, ну тут хватит ДПС, слушай, там вообще ПДшки осталось. Ну смотри, если не хватит, Невер. Как скажешь. Только пацаны, слышите, я только руки от клавиатуры не убираем, бьем до конца. Не, ну типа понятно. А кто за чей лагерь играет, а то сейчас начнется. Красиво. У меня вот и хостпот есть, и королья. Че там с Узой? Как он умер? Луч. Понял. Прямо возле меня. Че, не мог его прохилить под лучом? Так я его шотнула сразу. Все, там у вас как сверху дела? 50% выше процентов. Че, что добиваем здесь? Че, выходим? Опа. Сразу все. Большим вот забирайте. Есть БР? КД? А, так. Да, у Каранса есть. У меня есть кого бы, я скажите просто. Ну, Корнес. А, Корнес. Фикси, отведи от босса подальше. Там он в мелизоне бьет.
ИСЦ сдайте Корнесу сразу. И да, можно мобов сразу забирать, потому что это не... Он шотает. Меня там не было. Так, ты не забудь накинуть этот. И этот, мастер аур забирай. Вернулись. Изука на Корнеса СС. Или у кого есть? Кидай. Успел? Да, СС, да, СС, да, я успел. Сейчас, а все уже засчитался висит. Квеста или что? Ну, с него должно выпасть. Убить, да, убить надо и выжить вроде. Айтем, да, да. Ну, смотрите, то, написано. Теперь расколоты волони находятся внутри. Отведи, да, отведи так. Подальше. Мобов. Меня в спину бьет этот. Почему-то. Вот за водой танчи. Да. Я мастер дал. Давай. Все. Правильно понял, на этой фазе от него отворачиваться надо? Да. Ой, я накосячил. Что это за мрак тени? Этот хил. Я так и сказал. Прикольный трек, я его не слышал. Это... Освободи третью ауру. Вернулись. Не мота, не могу забрать. Под немоту я никак забрать не могу. Отвернулись. Устремлённо. Ты точно ему кинул в рот? Да, да. Ну, дебаф на нем висит, поэтому. Все, все, хорошо. Мне, кстати, не отображается. Не, там есть внизу. Да, все есть. Це? Сейчас смотрим за вторым баланиром. Три дня или сколько там. И смотрим, как Корнесса будет. И осколок. И осколок. Капец, кого осколок попадал сегодня. Да и колечко неплохое. Да, а можно с тобой фоткаться? Не, пошлите на первый этаж, добьем. Подожди, сейчас Корнес волонировал как на хиле. Вы не хотите убить моба справа, чтобы продул? Нет. Люди гибну за металл. Знаешь, на кузник к несу двух мобов. Че, серьезно, больше колечка никому не надо? Ну, появилось за ОД, типа, такое же. Так там есть, ну, у нас хилы здесь есть, погнали мобов. Сейчас я... Ну, без соки тогда, типа. Я дал трапу, не кидай ничего у него. Понятно. Так какая разница? Ну... Типа, проще немножко жить. У кого? На инту? Я на СПД чарю. Зря-зря. Это все подряд тату играет, да? Mm-mm. Это уже король шут пошел. Неплохо. Я предыдущую песню что-то не слышал, ни одну нет, ни ту. Ну все, вот есть.
А чё я вообще умираю? У меня 35 стаков. Как так? Ну, Вой, ты заснял? Да я одел. Надень лучше. Возьми в руку лучше. Так я убрал вот эту кнопку. Это если... Напиши слэш расчехлить, по-моему. Гера еще 5 минут на Игнисе, блядь, ДПС на чек. Ну, пошли, а что? Там, по-моему, какая-то есть команда, которая через этот... Андрес, давай в шипы. Да, это по роллу. Я давно в шипа уже. Слушай, ну тут Карнес теперь один может захиливать, правильно? Норм. Да. Везакса еще быстрее будем убивать, да? Так, какой-то ДК грипнуть я сейчас. Все, гоу. У нас, короче, следующий план будет. На следующем КД Фикси просто берет... соло бьется против босса, пока не появятся эти... Пока не появится страж, а потом только начинаем играть. А Берсуни у нет, да? Есть. Вот там вы будете показывать свой ДПС. Там Вуланер будет показывать, спешу. Похуй, там минимум 15 ДД с 15 плюс ДПС на нем. Там Везакс умирает очень. А чё, кстати, ребят, помогите вот с этим квестом. Его кому сдавать вообще? Никто не в курсе? Какой квест? Его сделать нужно. Так он сделан у меня. Вопросик висит. Висит вопросик туда, но там не получается, ни сам Чухан этот не принимает, ни... Компьютеру подойди, там компьютер стоит. Не компьютер. Пень, чем третий, бля. Да я и к компьютеру подошел, попытался. И к шляпочнику этому. Не-не, вы не ливайте, вы подождите, пока мы этому хотя бы идеальному соберем. Или втроем ливнете. Прикинь, в рейде 5 волониров у хилов. А зачем вообще 5 хилов? Ну, может, где-то понадобится. Там, на Джайне, например, не? Это хз, а что там на Джайне хилить так много? Короче, Карась, я на ней не был, я так от балды сказал. Карась, у тебя планетарий какой, из десятки или из двадцатипятки? Начнем с этого. Так, а что, пойдем сначала на этого, на Острокрылу, чтобы с Герой убить его Игниса? Ну так я про что говорил, либо 3 минуты ждем. Что ДПС чекну. Да я не буду перебивать фласку. А, стоп, у меня есть фласка, погнали быстрее на Игниса. Донт, это о чем? Ты мне написал в ПМ. А это имеет значение. А ты что там спрашивал? Да я уже, это не важно. Кто там? Что он там написал? Кто написал? Где написал? Так что, погнали на Астрокрыл или подождем просто 2 минуты? Костокрыл. Зачем тут Игнис, блин? Давайте Астрокрыл лучше за одну фазу перенесем и все. Ну как слушай, мы и так перенесем. А интересно же на Игнисе помериться ДПСом всем. А мы время сэкономим больше просто. На Игнисе... 3 минуты туда, 2 минуты сюда. На Игнисе закидывать в ковш, собственно, там не померишься особо. Да померишь все, если тебя не закидывает. Что там у Корнеса уже? 200 миллионный этом левел, блядь? 2900-й? Бля, пиздец он у тебя, блядь, в руке еще смотрится, блядь. Настоящий малый. Без чарки, без сакетов. Дживс нужен, да? Да. Да. Всегда. А вы где стоите? Вот метку поставил. Да хочу, давайте там просто минуту подождем, осталось минуту. Понятно. Давайте просто убьем его, потом вот, что-то еду. Что это за фут? На дракона надо было идти. Все, так может, фут. Мы трэш почистили. И чё? Отец, да что ладно, тут? Да ладно, не обижайся. Ты тоже трэш хотел побить? Конечно. Давай десятку зайдём. Павлик, я сейчас вообще нихуя не знаю. Давай после рейда. Ребафить фул. Паладину. О, кто такая Ариана Гранде? Никнейм. Фанатка Губика. Вокс кача, смотри, нормально еще и флажок изанул.
просто секос. Вы этот чарку еще покупали? О, блядь, пиздец, конечно. Сдавай волонир. Кстати, кстати. А, слушай, насчет... Стоп, стоп. Насчет валка. А ведь 100% это баг, потому что если тебя берет ВМК в комнате, ты остаешься в комнате. О, да, кстати. А, он а его выкинуло. Да. Почему это снять? Не, ну серьезно, он, типа... он может нажать на портал в нулевую секунду, и тут делай полсекунды. Нет, нет, ну там, это... нет, тебя или оставляет, или выбрасывает. Ну ладно. Как сказать. Типа я там, если тебя в МК, тебе... Ну короче, если ты остаешься в комнате, тебя берет в МК. Если ты выходишь, тебя не берет в МК. То есть тут не может быть или-или. Ну какой-то пограничный баг. И это скажи рокам на арене, которые сапают тебя в комбат. О, да, это точно. Там проще. Это моб стоит. Все, я запустил. Какой моб стоит? Что ты? Дон, да спокойно, я... брат. Да там толпа стояла, я моба не мог найти, со всеми уже поговорил. Все, любви тебе, счастья и здоровья. Что ты такой злой? Все, да успокойся. Я устал что-то. Сделайте ему массаж шеймом по спине. Массакру ему сделать? Массаж шеймом по спине ему сделать. Такой, покрутите немножко. Босс, сделай ему чарж быша. Ну, будешь слишком сильно этот напрягаться, тебя корнет с боссом вычислят. Будешь на острове ходить, квестики делать, они в тебя чарж быша и там полилайта будет лететь. Дамага будет от полилайтов больше. Да, да. Волониром тебя забьет просто, подойдет на острове, будешь плакать. Прикинь, я с двумя волонирами. Кстати. Боссу волонир делай. А прикинь, ой, слушай, такой трансмог можно влепить. Два волонира в энка. Причем реально на Эршапот вправо на этот трансмог. Да, слушай, это прям вообще секс будет полный. Ой, я как представил просто. Возьми салфетки. Ну что, господа, Ульдуар за 2.5 часа уже пролин получается. Вот почти 3. Не, ну типа мы там собирались еще минут 20 где-то. Крыш, подними меня по хп. Вот тебе бисовый этот трансмут на инфу. Лучше не придумать. А Энх не может? Ну, не-не-не, с двумя волонирами, прикинь, вот этот золотой какой-нибудь сет. Под этот еще нужно этот брать, сетик какой-нибудь. Но мне лава бы не нравится, честно. А зачем вы Геру дали? А все так, уже, да, а раньше надо было. Мы шли же сюда, чтобы, блин, Гера откатил. Ой. Без Геры мериться будешь, так что так. Сейчас здесь переведем, здесь померимся сейчас. Правда, проков не очень много. Да это хуйня. Ну чё меня собака не бьет? Не считается, давайте по новой, давайте упадем. Да что с ней, она заломалась? Ну там кто-то переагривает и фикси пытается забрать. Ну я на поле уже. Ой, нужно выслеживание драконов еще поставить. Всему как. Давайте переснимем. У меня собака не била, и я выслеживание не то поставил. Положимся, да? Ну, получается, что так, да. Ух ты, карась, саду Ульдуара полутал. Что? Какой классный лут осада Ульдуара полутал и тайна Ульдуара. А ну, в этого, в босса есть? Как вообще посмотреть детейлсы, блять? Урон по команде. Вот я тоже не знаю, блять, детейлсы. Полученный урон, такие. Полученный урон, и там наводите на босса, и там список у вас выходит. Гриш, ты что слабенько дамажишь, блядь? Да что это такое? Я ж убивал уже этих боссов. Ой, да а все это неправда. Как навести на босса? Подожди, помоги. Да все, блядь.
Пошлите на Игниса мериться. Блять, а бурстов нету. Фу. А, надо за полминуты ждать бурстов. Не-не-не, все, давайте так пулять. На рандых условиях ни у кого нету. Чё-то как-то мало, я думал больше. Да. Какая боль. У меня баба чарка на месте 100 ветра закончилась. Я это даже не заметил. Давайте быстрее, чарка 7 минут. Не хочу 10, новую. 10 секунд. Кто там бежит сзади? Рос, давай, из расколотого солнца. Слышишь? Коммунизм, а где нужно тыкать? Вот я полученный урон написал. У меня пока только союзников получен. Нанесенный урон, по сути. Полученный урон врагом. Шаман, мы тут бьем. Чего вы там встали? Рос. Короче, уже был? 10. 8. Нет, не 10. Что это за хуйня играет? У кого третья аура? Кренес, у тебя? Да, у меня. Поближе подойдите, но быть слишком далеко. Освобождай. Про припев красивый, а остальное тихо с хуйня. Я освободил. Я вижу. Не было дырки в ротации. Да не, это херня все. У меня ничего не было, чтобы раздамажиться. Хреновые условия труда. Дрыщ, раскол. Почему по клавишам хуярит? Стоп-каст. А, нет. Взялся и сбил ДБС. Вот жулик схватил меня в последний момент. Дрищ, иди с камня. Сильный получается? Ну не слабый точно. Бля, Корнес, иди сфоткаемся. Давай, садись ко мне в мотоцикл, тоже золотой. На, поехали. Все, вот, я на фотосессию повезу у Корнеса. А ты можешь как-нибудь волонир вверх поднять? Типа, мы едем, короче, ты волонир. А плечи, если никому не нужно, но в спек возьму. Где нужно красивое место какое-то, типа, нужно... Где? Слушай, на свалку поехали, на свалке нормально будет. Ты шумеешь, по-моему, блин. У всех зависло? Да, блин. Тебя. Ну все, Корнет, сделай скриншот, и потом не сбросишь, типа, я посмотрю. Я тебя хотел на свалку отвезти, мы там нормальный фотосет устроили, типа. Типа, как я разъебал робота ХМ, типа, одним волониром. Топ-кат, написал про замену. Да что такое? Разлагайся, нахуй, мразь. Сука, бесит. Альтер-контрол. Да все, у меня тут все залагал. Просто кто-то не хочет, чтобы я фоткался с человеком, владельцем Волонира, я понял, даже так. На какую голову? Где голова? Как... А-а-а.
ну сейчас я перезагружу Warcraft, я сейчас диспетчер его закрою. Нельзя. Хотя, сейчас может на маунте попробую. Я сейчас тебя научу, сейчас все залезем, подожди только меня. Дождись меня из армии, сейчас. Еще четвертый подбор заманил. Слушай, у меня даже в процессах нету этого Warcraft. Пик Тигр, это где? Это арена. А, все. Арена. Don't. Да я могу это точно начислить. А. Все, зашел. Кстати, Spellbound этот аренчик сильный получается. Я смотрю, он там в соло первый. Или где-то. Или в 1x1. Стой, торки. Что за говно? Не отлагал? Не-не-не, сейчас вот сейчас загружается Warcraft, но что-то у меня все повылазило.